Проблемы жителей Химок выслушал глава муниципалитета Дмитрий Волошин на встрече в администрации. Обсудили вопросы капитального ремонта домов и здравоохранения. Анна Курилина много лет живет в микрорайоне Сходня. 6 лет назад ей диагностировали диабет. Каждый месяц женщина должна получать льготные лекарства. Но с недавнего времени возникли сложности. Но обеспечение вот этими вот лекарствами по выписанным рецептам происходит крайне редко. Крайне редко. Нет, 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 нет. Или есть, но не на Сходне в нашем киоске поликлиники, а Подрезково, Химки Лавочкина, Химки Молодежной. Проблему обеспечения лекарствами глава округа взял на контроль. Так же, как и вопрос записи на прием в поликлинику. Дмитрий Волошин проверил, насколько быстро можно попасть к врачу. Скажите, пожалуйста, просто мать звонила, и ей сказали, что только в январе ее могут принять. Это возможно такое или нет? То есть невролог расписан на ноябрь, декабрь или даже... Попасть действительно непросто. Этому вопросу уделят пристальное внимание. Самое важное – принять и выслушать каждого, отметил глава округа. Представители администрации подробно разбирают каждую ситуацию. Такие вопросы, когда к нам задают жители, связанные с жизненно важными лекарствами, обеспечением жизнедеятельности человека, мы очень скрупулезно и внимательно разбираемся. И, как сейчас сказали, лекарств нет. Мы звоним и выясняем, действительно ли так. Можно ли записаться к врачу на прием, действительно ли это так, или есть какая-то просто техническая проблема. С начала года в общественную приемную администрации обратились почти 800 химчан. Самые частые вопросы – ЖКХ, дороги, городская инфраструктура. Запись на прием ведут по телефону и на сайте администрации городского округа.